Пресс-служба ГАИ города Каспийска сообщает, что по улице Омарова, 8, вдоль дороги под запрещающим знаком массово паркуют автомобили, которые препятствуют специальному транспорту по вывозу ТКО, скорой помощи, а также доставке продуктов проехать до пункта назначения. Напомним, что парковка на всем участке реконструкции разрешена только параллельно и только в специальных звездных карманах. Во всех остальных случаях парковать автомобиль на данном промежутке запрещено. На сегодняшний день для увеличения пропускной способности на данном объекте начали работать эвакуаторы, которые вывозят припаркованные под запрещающими знаками автомобили. В связи с этим сотрудники ГАИ Каспийска убедительно просят не парковать автомобили на данной территории.